Всем привет, мои дорогие! Сегодня расскажу вам, как приготовить гречку так, чтобы она понравилась даже тем, кто ее не очень любит. Смотрите это видео, давайте готовить вместе! Мелко нарезаем лук и грибы. Я взяла небольшую луковицу и 5 грибочков. По весу грибов где-то 100 грамм, 100-120. Налила на сковороду немножко растительного масла и положила небольшой кусочек сливочного. Сначала обжариваем лук. Через 5-7 минут добавляем грибы. Грибы я немного подсаливаю, чтобы они пустили сок. Перемешиваем и будем обжаривать до тех пор, пока не испарится весь сок. Шампиньоны практически готовы. Приправляем молотым черным перчиком или любой другой приправой по вкусу. Теперь делаем следующее. 300 грамм заранее отваренной гречки я взяла. Сюда добавляю грибы, обжаренные вместе с луком. Для того, чтобы у вас получилось 300 грамм вареной гречки, нужно взять 100 грамм сырой гречки и получается это количество. Сюда же добавляем 50 миллилитров сливок. Я взяла сливки 20% жирности. И теперь нам нужно все хорошо перемешать. Гречку я не солила, потому что когда я варила ее, то тогда добавила соль. Небольшую форму я смазала немного сливочным маслом и выкладываем теперь сюда гречку с грибами. На крупную терку натираем твердый сыр. Любой по вашему вкусу, я взяла 80 грамм. И последнее, что делаем, посыпаем гречку тертым сыром. Запекаем в духовке, разогретой до 180 градусов, где-то минут 20-25. Наше блюдо готово. Давайте посмотрим, что там получилось в серединке, как наша гречка пропеклась. Очень вкусно. У гречки такой нежный сливочный вкус получается. Ну и вообще сочетание грибов и гречки, оно абсолютно беспроигрышное. Это очень вкусно. Обязательно попробуйте приготовить. Пользуйтесь этим рецептом. Напишите в комментариях, понравился ли вам такой рецепт или нет. И не забудьте, конечно же, подписаться на мой канал. Пока-пока. Встретимся в новом видео.